Яндекс Ньюс. Мы не пересказываем вам новости, мы объясняем, какое значение имеют разные события в Латвии и в мире. Слушайте на радио Болтком. Есть тема. У нас одна минута, слушай, последний вопрос. Добрый день. В эфире программа «Есть тема», ее ведущий Вадим Полищук и Александра Полищук. Сегодня программа не совсем обычная, потому что Вадим Полищук опять присоединится к нам через скайп во второй части программы. Зато в студии у нас есть гость в качестве компенсации. Это Данута Димбовска, журналист, публицист и вообще человек, который много лет наблюдает за политикой изнутри и снаружи. И говорить мы тоже сегодня будем не об итогах недели, как обычно, а об итогах года. Ну, так получилось, что у нас уже последний эфир в этом году. И, наверное, хочется немножко оглянуться назад и посмотреть, что там было, что было важным, какие события на нас повлияли, и, может быть, даже сделать какие-то прогнозы. Во-первых, Данута, привет. Здравствуй. Добрый день. Я, готовясь на этой программе, пыталась для себя решить, вот какое же событие было таким для меня самым значимым или главным. И, как ни странно, первая мысль была о школьной реформе. Вроде бы само решение было принято еще в 2018 году, но почему-то, наверное, именно вот в этом уходящем году стала понятна его необратимость и стала понятна глубина его последствий. То есть, что это не просто реформа системы образования, изменения в школьном процессе, переход с русского языка на латышский, а что это некое событие, которое повлияет на все латвийское общество, ну и в первую очередь, наверное, его русскоязычную часть. Были ли у тебя такие же ощущения? Ну, такие ощущения были, безусловно, потому что реформа образования, она действительно повлияет на следующее поколение. Причем, на мой взгляд, эта реформа образования, если мы сравним нынешнюю ситуацию, скажем так, 2002-2003 года, когда принималась первая реформа образования, когда речь шла о переходе на билингвальные модели, сейчас ситуация, скажем так, намного хуже. Хуже она в том, что, во-первых, мы наблюдаем в обществе, скажем так, неверие в то, что что-то можно изменить. Это первое. Во-вторых, мы наблюдаем то, что сегодня, пожалуй, это главное отличие второй реформы от первой, мы наблюдаем то, что реформа становится в первую очередь инструментом, скажем так, социальной сегрегации. Потому что дело не только в том, там, язык как таковой является инструментом для того, чтобы сделать, возможно, жизнь детей несколько менее успешной в будущем. То есть то, как ты учишься в школе, во многом определяет твою судьбу. Сейчас мы наблюдаем то, что общество, став пассивным, оно предпочитает решать свои проблемы самостоятельно. Те родители, которые достаточно мотивированы, которые имеют элементарно достаточное количество доходов, они будут компенсировать недостатки системы образования, а то, что эти недостатки будут, безусловно, нет подготовленных учителей, нет методик, нет понимания, как реализовывать реформу, они будут компенсировать ее частным образом. Я прогнозирую, это уже наблюдается, что будет очень сильно развиваться рынок частных услуг, педагогических услуг. Если мы откроем любые соцсети, мы встретим еще репетитора в том-то районе, еще репетитора в том-то районе и так далее. Но, скажем так, это удел тех семей, которые могут себе позволить репетитора. Более того, насколько я знаю, даже появились возможности некого дистанционного образования с Россией. Я даже знаю случай, пример, когда дети находятся, например, на домашнем обучении, какой-то образовательный процесс, или там, допустим, формально посещают какие-то занятия в латвийской школе, но основной процесс образования происходит Да, такие случаи, наверное, тоже есть, но те люди, которые остаются внутри системы, они фактически вынуждены бороться теми методами, которые есть внутри страны. Самое большое беспокойство здесь вызывает то, что есть дети, которые, родители, у которых не смогут оплачивать репетитора. И, скажем так, ребенок после 9 класса основной школы, он, в общем-то, будет не готов учиться дальше. И причем не готов не только из-за языка, а из-за того, что проблемы в языке вызвали проблемы с другими предметами, той же математикой, биологией, физикой и так далее. То есть готовы ли мы, то есть качество образования в школах нацменьшинств неизбежно упадет как минимум на ближайшие годы. Это один момент. И второй момент,
который, наверное, тоже очень важен. Это же реформа, которую, как нам объясняют, что это будет интеграция, что мы создадим единую нацию и так далее. На самом деле, фактически создают, у нас будут латышские школы, которые исторически латышские, в которых люди говорят на своем родном языке, и будут латышские русские школы, в которых образование фактически будет осуществляться на латышском языке, но при этом мы понимаем, что качество будет ниже. Но если мы, кстати, говорим о процессах развития обществе, то, наверное, все-таки здесь важно отметить, что русскоязычная община оказалась, и, вот, и этот год очень хорошо это показал, очень неоднородно в своем отношении к школьной реформе. Вот буквально там на днях я оказалась внутри какого-то спора в соцсетях, и в очередной раз было видно, да, что есть те русскоязычные, которые, в принципе, эту реформу очень приветствуют и, наоборот, хотят, что чем скорее их дети или, может быть, там чужие дети начнут учиться на латышском, тем лучше, потому что у них не будет проблем с латышским языком. Опять же, есть те, кто вообще не видит в этом проблем, потому что он собирается отправить своего ребенка учиться в Англию, в Америку или в другую. Ну, то есть вопрос решается так, и, кстати, это тоже есть тенденция. Если раньше мы знаем, что очень часто взрослые предпочитали работать за границей, но детей как раз-таки оставляли с бабушками, дедушками здесь, чтобы они могли доучиться, то сейчас начинается тенденция, что действительно многие семьи предпочитают забирать детей с собой, но чем учиться в плохой школе и на непонятно каком языке, и непонятно как, то, наверное, может быть, лучше пусть это будет школа где-нибудь в Брюсселе или в Лондоне, да. И третье, ну такая, наверное, тоже трудно делить по группам, то есть есть люди, которые, ну, оказались, как мне кажется, достаточно воинственны, наоборот, вот ко всему происходящему, то есть их это только озлобило, и, безусловно, я думаю, что это будет передаваться и детям, скажем так, вместо дружелюбного отношения к языку скорее будет какая-то агрессия. Я думаю, ну представьте себе просто практическую ситуацию, школа. Человек с родным русским языком, даже на хорошем латышском, говорит, объясняет ребенку на латышском математику. То есть вопрос, почему так, и почему учитель задерган проверками. Но, понимаете, лояльность нельзя выстроить так, когда ребенок видит, как относится государство к его учителю, к нему. Но это не повышает уровень лояльности, который так много сейчас говорит. Это не создает единое общество. То есть, по сути, возвращаясь к вопросу, что у нас будут латышские школы, будут латышские и русские школы, но фактически латышские и русские школы – это некий такой формат гетто. То есть, если ты успешен, ты должен перейти в латышскую школу. Получается так. То есть, это инструмент отчасти социальной сегрегации. А дальше возникает вопрос, насколько латышские школы готовы принять ребят с родным русским более языком. Более того, как ты знаешь, были заявления, когда некоторые эксперты, филологи, профессора честно говорили, что вообще-то русские дети не нужно активно принимать в латышские школы, потому что зачем нам эта конкуренция? Более того, русские дети меняют общую атмосферу и там свою ментальность и прочее. То есть я думаю, что нас еще ждут в последующие годы много сюрпризов и стычи, когда будут уже русскоязычные дети блестяще говорящие на латышском, но все равно им будут регулярно напоминать, что они не такие, как мы. Но тут, наверное, еще один момент. Ну, мы помним госпожу Элерта, которая сказала, латышем ты можешь не родиться, но ты можешь стать. То есть это, в общем-то, был новый поворот, когда, если в 90-х годах, в нулевых годах государство предъявляло справедливые, несправедливые, но понятные юридические и выполнимые требования. Да, вы хотите стать членом общества, вы, если не гражданин, вы должны сдать экзамены, что реализуемо, вы должны знать государственный язык, если вы хотите работать, вы хотите нормально функционировать в обществе, и все эти, в общем-то, скажем так, требования, они выполнимы. То есть мы не говорим сейчас, справедливо это или несправедливо, скажем, ситуация с гражданством, они выполнимы. Сейчас то, что происходит последние годы, это вот такое некоторое средневековье, в котором нам пытаются заглянуть в душу, причем это касается не только языка, это касается общей атмосферы в государстве. То есть мы все время говорим о том, что вот культурный канон, то есть мы все время приходим к тому, что человек должен правильно думать. Вот это, наверное, главное, что происходит в последние годы, и эта тенденция начинает усиливаться. То есть ты должен думать правильно. При этом никто не знает, как думать правильно, в юридическую рамку это не укладывается. То есть мы много в обществе у нас там критикуют Россию за то, что у них там есть духовные скрепы, правильная жизнь, и как бы общество должно быть патриотичным, правильным и еще каким-то. Но, по сути, мы идем по тому же пути, просто мы говорим на другом языке. Но еще, опять же, возвращаясь к школьной реформе, наверное, еще одно такое откровение уходящего года было все-таки то, что протестное движение в Латвии слабо. По крайней мере, когда речь касается национальных меньшинств. То есть мы видели, как уменьшалось количество людей, выходящих на улицу. Да? Было много причин, почему, ну, допустим, мне не хотелось к ним присоединиться, мне не нравились лозунги, мне не совсем нравились лидеры партии, которые выводили.
Но мне, честно говоря, было достаточно даже трудно представить, кто же должен был возглавить это движение, чтобы мне захотелось пойти в этой толпе. И, ну, опять же, одна из причин, что, наверное, это не так важно, этот вопрос оказался не так важен русскоязычным. То есть, если те же молодые родители, мамы, папы, они, ну, кто-то пошел, но большинство остались дома. И второй момент, может быть, у нас все-таки вот эта наша протестная культура, которая вот почему-то, или мы просто боимся? Я думаю, боимся, потому что за последние годы мы стали, ну, скажем так, ближе к тому, что называется тоталитаризмом, чем были до этого. Это еще один такой, наверное, один из самых печальных итогов года, потому что люди, во-первых, боятся, во-вторых, они не верят в то, что их услышат, что они смогут что-то изменить. Есть чисто, ну, скажем так, математические вещи. На самом деле детей и родителей в стране стало физически меньше, чем, скажем, в 2002-2003 годах. Безусловно, русскоязычная община, русская община, она стала гораздо разнороднее. Мы наблюдаем отчасти смену поколений. В общем-то, сегодня людям, которые родились в 91-м году, но эти люди уже совсем взрослые, у них могут быть свои дети. Вот. И, собственно говоря, такой общий культурный код, который был у нас когда-то у всех вместе, он, конечно, разнится. Мы разнимся по уровню доходов, по уровню образования, по уровню каких-то требований к жизни, доходов и так далее. Поэтому, конечно, сейчас собрать всех воедино, сейчас надо говорить, наверное, с каждой группой общества напрямую, то есть выделять эти целевые группы общества. То есть сейчас трудно говорить со всеми сразу. Это еще один момент такой, который стал очевиден, мне кажется. Вот поскольку затронули протестную культуру и протесты, есть одна группа общества, которым в этом году удалось, на мой взгляд, организовать достойный и эффективный протест – это медики. И хотя там некоторые СМИ считают, что медики все равно проиграли, потому что они, вот я просто видела заголовки, да, потому что они не выбили свои прибавки к зарплатам, которые были обещаны. На мой взгляд, субъективный, медики все равно выиграли, потому что они показали, что у них есть возможность, у них есть ресурс выйти, у них есть лидеры, которые были готовы общаться с правительством. Более того, так или иначе, ну и премьер-министр, и министр, они их выслушивали, пытались даже какие-то компромиссы предлагать, пусть не всегда разумные и чаще всего неприемлемые. Но тем не менее, вот за медиков было приятно. Я пыталась тоже вот как-то сформулировать для себя, почему же медики оказались смелее, чем все остальные. Ну вот, то есть нашла тоже одно объяснение, как всегда, это открытые границы. То есть, возможно, потому что кто-то уже успел поработать, поучиться за границей, кто-то обдумывает серьезно такую возможность. То есть они, как раз вот у них нет этого страха, что если они сейчас потеряют эту работу, или, не дай Боже, вот их где-нибудь в министерстве запомнит их лицо и так далее, то вот какие-то будут для них последствия. Я думаю, что здесь еще один фактор. Медик – это уникальная профессия. Это огромное вложение в образование. Мы смиримся с тем, что плохой экономист, но не смиримся с тем, что плохой медик. Конечно. И я думаю, что медики осознали свою необходимость, что государство никуда не денется. То есть оно может выкручивать руки, оно может откладывать повышение зарплаты и так далее, но кто-то должен лечить. И ты не можешь нанять низкоквалифицированного человека и поставить его за операционный стол. Медики каждый день, они видят свою нагрузку, они понимают, что за ними нет никого, что нет тех, кто готовы так много работать. Просто в стране очень мало людей. Более того, нагрузка на медиков возрастает, потому что общество стареет. У нас в стране уже более трети людей пенсионного возраста. Нет, не трети четверти, более четверти, где-то между четвертью и третью, но это люди в возрасте, люди, которые болеют. И, соответственно, клиентура больниц, поликлиник будет только увеличиваться. В то время как поступление молодых кадров, оно, естественно, притормаживается, потому что мы можем посмотреть на демографические показатели, просто молодежи мало. И смена поколений внутри профессиональной гильдии, она достаточно сложна, не говоря о том, что люди учатся годами и открыты границы. Тебе кажется, почему все-таки другие профессиональные группы не проявили солидарность с врачами? Я этот вопрос для себя сама задавала. Те же учителя, пожарные, полицейские, да, господи, вот... Ну, для полицейских это люди в погонах. Я думаю, там есть достаточно большие ограничения, в принципе, на подобную деятельность. Если мы говорим об учителях, все учителя сейчас живут в диком страхе перед всеми возможными реформами. В отличие от
медиков, скажем так, если у медиков клиентура расширяется, по сути, по крайней мере, она не падает, общество стареет, то детей становится физически меньше. Школы сейчас объединяются. Мы видим тот процесс объединения школ, сокращения количества школ, увеличения числа детей в классах и так далее. Совершенно понятно, что учителя просто больше боятся свои рабочие места. И тем не менее процесс распуска Сейма начался. И это тоже, наверное, еще одно важное событие уходящего года. Вот по твоим ощущениям, он будет успешным? Я думаю, что это зависит от всплесков активности, то есть, собрать 155 тысяч, кажется, столько необходимо собрать, чтобы начать саму процедуру референдума, на котором уже цифры другие, это другие задачи. Собрать, если будут поставлены цели, можно. То есть, опять же, обращаясь к конкретным целевым группам, очень важно будет, какие события произойдут, но, скажем так, тоже запланированное повышение цен на бензин, оно вряд ли приведет людей в восторг. И я думаю, что у нас впереди достаточно много непопулярных решений, которые могут всколыхнуть общественность. И общество может таким образом отреагировать. Фактически поводом для начала сбора подписей стала история с протестами медиков и госбюджет. Причем важно не только то, что госбюджет был, мягко говоря, вызывал вопросы. Вызывала вопросы и сама процедура его принятия, когда правительство вело себя таким образом, как будто, собственно говоря, они бессмертны, и они все эти годы будут у власти. Положа руку снобизм... Немножко это и так, потому что, в принципе, нынешняя коалиция сделала все, чтобы полностью загнать оппозицию в изоляции и чтобы не допустить возможности появления новых сильных политических проектов. Я про закон о госфинансировании партии. В том числе, с учетом того, что партии, представленные в правительстве, еще, скажем так, отвечают за выделение средств общественным, по сути, государственному средству массовой информации, то, соответственно, в их руках есть еще один инструмент формирования общественного мнения. Конечно, СМИ большая роль. Но я лично для себя, может быть, уже делаю некий прогноз на следующий год, с интересом жду весны, потому что понятно, что, с одной стороны, как-то будет разворачиваться эпопея с распуском Рижской думы досрочными выборами именно в этот момент. А с другой стороны, именно к весне наше правительство Каринши обещало представить проект своей налоговой реформы. И немножко я уже как-то затрагивала эту тему в одной из передач. Вот. Готовится довольно большая статья для Дельфи как раз тоже на эту тему. И я могу сказать, что там очень интересно. И налог на топливо, и на дизельные двигатели – это только начало. Уже Мартин Шказак, ставший буквально вот на днях президентом Банка Латвии, высказался, что нужно отменять налоговые льготы. Есть совершенно четкие рекомендации Еврокомиссии, есть, опять же, рекомендации Валдиса Домбровскиса, нашего еврокомиссара, который только сказал, что денег столько, сколько есть, хотите больше тратить, значит, давайте налоги повышать. По сути, он дал понять, о каких налогах пойдет речь. То есть ситуация, в которой мы находимся, с дефицитом, скажем, уже рабочей силы, со старением общества, понятно, что налоги на рабочую силу трогать не будут. Тем более, они так самые большие в регионе Балтийском. Вот, трогать их нельзя, поэтому, скорее всего, бюджет будет пытаться зарабатывать за счет налога на недвижимость, всевозможных поборов, акцизов, непрямых налогов и так далее. Причем, к сожалению, поскольку налогоплательщиков больше не становится, вероятно, мы пойдем по пути выжимания последнего из тех, кто остался. Ну, плюс будет попытка, точнее, не попытка, уже точно известно, что будет, да, желание заставить платить всех социальный налог, потому что сейчас есть, например, там, плательщики патентов, определенные группы, которые там, не знаю, мелкие гонорары, то есть те, кто могут не платить соцналог по каким-то причинам, то есть вот наш министр финансов Янис Рейс, он очень четко сказал, что это надо прекращать, что вот есть там условно какие-то 850 тысяч голов, которые как-то работают, вот чтобы каждый заплатил, и только тогда жил спокойно. Ну, то есть, с одной стороны, это очень хорошо, потому что, действительно, чем больше людей вовлечено в систему социального страхования, тем лучше. Другая проблема просто, что сейчас для многих там вот какие-то приработки, какие-то, в принципе, законные возможности использовать некие налоговые льготы или льготный режим, как, например, там где-то микропредприятия и так далее, они являются единственным способом выживания. Поэтому можно предположить, что в следующем году просто будет намного тяжелее зарабатывать, помимо того, что вырастут цены от повышения топлива и так далее, и акцизов и остальных, то просто будет намного сложнее зарабатывать. И, конечно же, вот это все вместе, мне кажется, может сыграть и мотиватором, и катализатором в процессе сбора подписей за распуск Сейма, но посмотрим.
Да, я согласна. Плюс ко всему мы наблюдаем эпопею с портами, которую перенимает государство. ВВП, от которой тоже расти больше не будет. ВВП от этого расти не будет. Если будут потеряны договоры, если будут, скажем так, сокращаться рабочие места, по сути, ну, Вентспилс и порт, в принципе, градообразующее предприятие. Если мы говорим о Риге, в общем-то, можем сказать то же самое. По сути, вся дорожная система Риги подчинена логистике, связанной с портом. Поэтому здесь это все не вызовет, скажем так, доверия к правительству. И я думаю, что то, что правительство настолько торопится с, скажем так, с досрочными выборами в Рижскую думу и с тем, чтобы эти выборы были на максимально долгий срок, связано с тем, отчасти это является таким лакмусом того, что правительство понимает, что популярность партий, входящих в правящую коалицию, расти не будет. Соответственно, они понимают, что надо ковать железо пока горячо, потому что к 2021 году, если народ столкнется с повышением налогов, я не думаю, что, скажем так, поддержка правительственных партий будет массовой. То есть, по сути, вот все, о чем мы говорили, наверное, мы говорили о медицине, мы говорили о налогах, мы говорили о том, что, в общем-то, у нас ширится, скажем так, та часть общества, которая, скажем, займут скорее оппозиционную роль по отношению к правительству, и, по сути, это говорит о том, что есть спрос на другие политические проекты. Вопрос, можно ли будет их создать, и будет ли... Ну, скажем так, и будут ли выборы, на которых эти партии смогут себя проявить, обновившись или, наоборот, там появятся какие-то другие проекты. Потому что, мне кажется, ниша есть для этого, недовольство есть. Вопрос в том, насколько агрессивно власть будет защищать себя и не позволять, скажем так, создаться чему-то новому, насколько оно будет диктовать правила игры. Ну, как всегда, ты знаешь, можно вкинуть этническую карту. Вот мы тут красивенько закольцевали к школьной реформе, что, в принципе, в тот момент, когда условный избиратель начнет сомневаться, действительно ли он хочет голосовать за новое единство или национальное объединение, ну, всегда его можно припугнуть тем, что Москва рядом, Кремль не дремлет и так далее. Мне очень интересно, какой будет реакция общества на настолько, скажем так, жесткие диктации со стороны союзников Соединенных Штатов Америки, которые, ну, скажем так, практически правительство не скрывает, что это было давление Штатов, включение Вентспилса Лембергса в санкционный список. Речь, в общем-то, не о личности Лемберга. Мы понимаем, речь просто о деятельности портов. И насколько вот это ощущение ценности независимости государства есть, и насколько оно относится, скажем так, и к другим странам. То есть нас привыкли пугать Кремлем, который, в общем-то, в последнее время, как мы видим, еще до всей Вентспилсской эпопеи, Россия просто заявила, что она выводит транзит из Латвии. То есть, казалось бы, независимости наших решений угрожает другое. Но тему геополитики мы тогда обязательно продолжим во второй части программы, а сейчас мы тогда уже уходим на рекламу. Mix News. Добрый день, продолжаем нашу программу. В эфире программа «Есть тема», в студии Александра Полищук. По скайпу к нам сейчас присоединится Вадим Полищук. А еще в студии у нас журналист, публицист, эксперт. Это Данут Немповска. Вадим, ты нас слышишь? Привет. Рад присоединиться. Да, вот в первой части программы мы обсуждали внутреннюю политику, какие-то итоги года подводили, какие события в Латвии для нас были значимы, какие будут события иметь последствия. Что ты можешь сказать за мир? Что бы ты выделил как самое важное и о чем нам еще, может быть, придется думать в следующем году? Я слушал вашу передачу, первую часть, интернет позволяет, но, к сожалению, я понял, что вы довольно пессимистично оцениваете итоги года 2019 для Латвии. К сожалению, не могу порадовать радиослушателей и подводя итоги 2019 года с точки зрения мировой повестки. Эх, а мы надеялись. К сожалению, да. То есть, смотришь, везде проблемы. Проблемы эти нарастают. Они как бы... мы 2019 год, может быть, еще будем вспоминать как год относительно спокойный и приятный для жизни. Но с точки зрения, например, экономики, да, к концу 2019 года стало очевидно, что мы все ждем рецессии. Рецессии мировой. Мировая экономика растет очень медленно. Европейская экономика очень вялая. И я хочу напомнить уважаемым радиослушателям, что новый глава Международного валютного фонда, она
из Болгарии, и хорошо говорит по-русски, и она начала свое первое выступление в качестве главы Международного валютного фонда с цитаты из пушкинского стихотворения «Осень. Дохнул осенний хлад, дорога промерзает». Это то, как она видит будущее мировой экономики. Ну, хоть в Пушкинце не... Да, но действительно, проблема, с которой столкнулась мировая экономика, заключается в том, что старые рецепты не работают. То есть многолетнее заливание кризиса деньгами, которые мы имели в США, которые мы имели в Европейском Союзе, очевидно, работает плохо. Так что мы знаем, что, скажем, экономика Европы подрастет в этом году чуть больше, чем на 1%. Некоторые крупные страны Европейского Союза, например, Италия, можно сказать, топчется на месте. Там у них рост ожидается в пределах 0,1%. Может, именно поэтому Евросоюз ищет какие-то искусственные стимулы расшевелить свою экономику? Вот как мы знаем, европейская экономика теперь будет активно зеленеть. По-моему, сколько, 100 миллиардов евро собираются в ближайшие годы потратить на различные мероприятия по борьбе за спасение климата? Ну, то есть найдена цель, куда тратить деньги? Ну, да, то есть, конечно, когда у нас рецессия, нам нужно какие-то неординарные решения принимать. И действительно можно сказать, что можно предположить, что борьба против изменения климата может дать определенный толчок развитию экономики. С одной стороны, с другой стороны, мы понимаем, что все меры, которые направлены на снижение выбросов СО2, это, в принципе, суть всей борьбы против изменения климата, неизбежно приведут к подорожанию цен и, возможно, снизит привлекательность инвестиций в Европу, а также снизит конкурентоспособность европейской экономики в среднесрочной перспективе. Здесь же надо сказать, что основные конкуренты и партнеры торговые Европы, то есть США, Китай, Россия, они, мягко говоря, крайне скептически относятся ко всей этой зеленой повестке. Но, тем не менее, Россия поддержала Парижское соглашение? Да, она поддержала зеленое соглашение. Парижское соглашение, так же, как и Китай. Ну, остается только понаблюдать, как же они будут это все выполнять. Но здесь не надо быть гениальным провидцем, чтобы предположить, не будет ни Китай, ни Россия, ни тем более США при Трампе проявлять столь же большого рвения в борьбе с изменением климата, как это будет делать Европейский Союз при новом главе Европейской комиссии, которая уже всячески определила... что зеленая сделка, все эти мероприятия, направленные на борьбу с изменением климата, будет в центре ее деятельности на ближайший год. Ну, а если мы говорим о вот знаменитом треугольнике Европа, США, Россия, как тебе кажется, уходящий год, он как-то изменил отношение, равновесие сил в нем? Ну, на самом деле, конечно, какие-то изменения произошли. И главное изменение, которое произошло в 2019 году, я хочу отметить, это... постоянная демонстрация Соединенных Штатов Америки неспособности проецировать свою силу вовне, причем в самых разных регионах, что, конечно, не может не сказываться на ситуацию в Европе и на взаимоотношениях между Европой, скажем, и Россией. То есть Америку преследуют и неудачи, и закономерности, может быть, то есть там не обязательно там вопрос случая. То есть американцы не смогли добиться смены власти в Венесуэле, несмотря на то, что предпринимали очень активные попытки для этого. Американцы, по сути, признались в том, что они проиграли войну в Сирии, начав вводить войска и предоставив, по сути, Башара Асада Владимиру Путину зачищать последние подконтрольные участки и анклавы. Из Афганистана американцы войска выводят. Американцы не смогли добиться и заставить европейцев согласиться с собой в отношении пересмотра иранской ядерной сделки. В Северной Корее тоже никаких успехов особых достигнуто не было. И на этом фоне, конечно, совсем неприятно выглядит кризис в НАТО, который, в принципе, очевиден. И в устах президента Франции Макрона в НАТО случилась смерть мозга. Он эти слова не дезавуировал до сих пор. И, видимо, считает, что действительно перед организацией стоят... такие задачи, которые, в принципе, не решение которых может угрожать ее будущему существованию. Противоречие между американцами и европейскими союзниками, вопрос о финансировании военных бюджетов, проблема с Турцией, которая ведет очень независимую и от американцев, и от европейцев политику в той же Сирии, и вообще занимается закупкой в России вооружений, которые, в принципе, могут представлять угрозу для союзников. То есть все это свидетельствует о том, что НАТО стоит перед серьезными проблемами, и на таком фоне вопрос о создании европейской армии, которую лоббирует Франция,
наверное, может перейти в ближайшем будущем в практическую плоскость. Но вот она маленькая, Латвия, что делать? В принципе, вроде как в вопросе безопасности мы так или иначе все равно зависим от Соединенных Штатов, но пока они там за все платят. А в вопросе экономического будущего, ну, все-таки мы больше Евросоюз. А еще у нас есть сосед России, которого мы, конечно, можем и бояться, и ненавидеть, и все вместе взятые, но так или иначе общая граница, и это тоже нас к чему-то, наверное, обязывает. Как ты видишь, конечно, следующий год для стран Балтии? Страны Балтии, конечно, у них есть вполне определенная позиция. Они боятся то, что они называют российской агрессией. На последнем саммите НАТО в декабре в Лондоне они добились принятия очередных мер, которые должны укрепить их безопасность. Вот. Единственное, что я не верю, что в глубине души или за закрытыми дверями балтийские политики действительно всерьез обсуждают возможность нападения на них со стороны России. То есть эта угроза носит пока, по крайней мере, довольно абстрактный характер. И, в принципе, на данный момент мы просто видим попытки стран Балтии всячески развивать свои отношения с США. Это происходит в то самое время, когда США при Трампе, оно как бы теряет интерес к Европе и НАТО. Фактически их ничего уже не интересует, по крайней мере, видимо, господина Трампа уже мало что интересует, кроме как возможности заработать деньги. Но вот как раз это мы американцам предложить не можем. Несмотря на то, что мы исправно увеличиваем или поддерживаем на должном уровне наш военный бюджет, они все равно очень и очень маленькие. Ну, что делает Германия? Но Германия не выдает пока 2% ВВП. Последнее, что хотел сказать, мне кажется, по субъективным ощущениям, что все-таки вот в уходящем году стал немножко слабее тренд борьбы с российской кремлевской пропагандой. Ну, то есть просто либо деньги закончились, либо это уже надоедает тема, да, ее заменяет, не знаю, тема зеленой экономики. Тебе так не показалось? Не знаю. Я как человек, который довольно регулярно смотрит... Ну, эти информационные войны, гипервойны, о которых мы все время говорили до этого. Читая российские СМИ, причем самой разной направленности, у меня складывается глубочайшее убеждение, что просто информационная борьба... Она как бы ушла вглубь, что бюджеты есть, они осваиваются, причем с обеих сторон. И, конечно, я не знаю, мне, конечно, по силу моей специализации как бы нужно читать все это. Иногда не хочется. Бережешь ты себя, Федя. Потому что на самом деле, если у нас действительно горячей войны между Россией и Западом нет, то информационная борьба бушует, и конца и края этому не видно. Наверное, просто, может, я устала и стала меньше за ней следить. Потому что спасибо, что вышел к нам в эфир, мы сейчас тебя будем обсуждать. И говорить с Данутой, что мы думаем об этом всем. Ну, спасибо, давай, счастливо. До свидания. Так, сейчас включу. Ну, давай попробуем продлить эту тему, насколько это возможно. Но, наверное, для нас интересен действительно тот самый треугольник США, Россия, Европа. Как мы закончили в первой части программы, интересно, как отреагирует латвийское общество на решение Соединенных Штатов по господину Лембергсу и тем экономическим последствиям, которые мы получим в итоге. Как тебе кажется, вот за этот год вообще мы стали ближе все-таки к Европе или к США, или нам уже хочется опять вернуться к России? Мне кажется, что многие наши кризисы связаны с тем, что мы растеряны. Вот. Мы не нашли себя в этом треугольнике, и что важно... Ну, скажем, вопрос о Европе и России, о Европе и США – это вопрос о том, кого ты любишь больше, маму или папу. Потому что, с одной стороны, мы солидаризируемся действительно с Соединенными Штатами, с другой стороны, ну, объективно кормит нас Европа. Впереди у нас, мы знаем итоги выборов в Британии, впереди Brexit, это уже понятно, и который скажется, скорее всего, на наших соотечественниках, потому что кто-то все-таки не закрепится. Скорее всего, даже если рынок Великобритании, рынок труда Великобритании полностью не закроется, но все-таки уехать туда будет сложнее, что, скажем так, в условиях экономических проблем в Латвии станет, ну, таким ощутимым ударом, потому что все-таки одна из причин, по которой у нас народ не протестует, она проста. Голосую ногами. Я всегда могу ехать. Если появится ощущение, что это клетка и уехать нельзя, ну, скажем так, уровень агрессии в обществе будет нарастать. Тем более, что уезжают активные молодые, готовые, скажем так, изначально на поступок и действие. Вот. Скорее всего, я думаю, что мы будем наблюдать, наверное, изменение потоков миграции, потому что уезжать люди будут. Возможно, сейчас будет большим спросом пользоваться немецкий, а не английский язык. Самая банальная вещь. Или французский. Но я думаю, что, к
К сожалению, наше, или к счастью, наверное, это естественно, наше общество живет, скажем, его старшее поколение, а дальше это передалось по наследству и так далее, во времена существования Берлинской стены, когда есть Запад и есть Россия, условно говоря. Если тогда мы были по другую сторону Берлинской стены, то в нынешней информационной войне мы, соответственно, с Западом. Но для нас, для очень большой части нашего общества, было вообще большим открытием то, что Запад не един. Что, скажем так, у Германии и Франции могут быть определенные экономические интересы, связанные с Россией, что США это не нравится и так далее. Некая идеализация Запада, которая присутствовала, когда мы бежали от России, ну, что естественно, с учетом истории, бежали даже не от России, а от Советского Союза в тот момент, она закончилась тем, что, оказавшись в европейской семье, мы оказались не совсем конкурентоспособны. То есть, и вот это, скажем так, весьма тяжело осознавать. Разрозненность есть даже и по экономическим вопросам. То есть, очень наглядно это видно по дискуссиям о следующем многолетнем бюджете Евросоюза, поскольку мы понимаем, что так или иначе денег станет меньше поступать. И поступать они уже будут не на те проекты, которые нам нравились, а именно там дорожная инфраструктура, сельское хозяйство. Не на те условия, скорее всего. На зеленую экономику, да, ту самую, вот, чтобы не было у вас тут пластиковых пакетиков, и чтобы вы не пили из картонных стаканчиков. Но это еще подчеркивает и проблемы самого Евросоюза, Европы двух скоростей. То, что актуально, и то, что принимается, скажем так, в странах старой Европы, которые дороже, и которые готовы уже, скажем так, инвестировать в то, чтобы не засорять природу, там, пить кофе из картонных... То совершенно не нравится какой-нибудь Польша, у которой абсолютно просто не и промышленность, и предприятия, для них этот переход... Возвращаемся к тому же бензину. Для многих людей, ну, они не могут там, они ездят на объекты с работы на работу на машине. Далеко не все эти люди могут позволить себе купить новую машину, которая будет отвечать тем техническим требованиям, которые выдвигает Европейский Союз. Если там, не знаю, в Германии или Франции это будет воспринято, но окей, то здесь это реально угрожает семейным бюджетам. Ну, вот, мне кажется, беда в том, как ты начала, мы до сих пор не определились, где мы и за какие мы интересы боремся, потому что, в принципе, бороться за свои интересы – это хорошо, да, то есть я не имею в виду просто требовать «дайте денег», но вступать в какие-то сделки, потому что там та же Польша при всей своей упертости и упрямстве, ей удается где-то сроки оттянуть, да, где-то себе переходный период, ну, мы не такая большая республика, от нас зависит меньше, но даже… Для этого нам надо понять, кто мы и что мы хотим. Мне кажется, проблема, то есть маленькое государство может быть эффективным, если она четко понимает свои цели и если она добивается именно их. У нас же, мне кажется, политика приспособления, вот мы приспособимся к сильному, а дальше посмотрим, зачем мы это делаем, что мы хотим получить. Ну, то есть это, наверное, называется политическим инфантилизмом, когда ребенок разведенных родителей бегает от мамы к папе и просит деньги, обманывая то одну, то другую сторону. Ну, то есть вот такое сравнение, которое, наверное, наиболее простое, может быть, примитивное, но очень близкое. Да, потому что то, что удивляет, что даже наши политики, они очень долго, мне кажется, скрывали сами от себя, что эти еврофонды уменьшатся. Я до сих пор помню, я регулярно слежу за этой темой, да, там буквально еще совсем недавно были заявления наших премьер-министров и министров иностранных дел и прочих профильных министров, что мы будем до последней капли крови бороться за эти деньги, хотя уже везде в Брюсселе были приняты решения, что вот там на инфраструктуру, дорожно-сельское хозяйство больше денег даваться, ну, будут, но они будут гораздо меньше суммы, зато будут другие приоритеты. В это время меня как раз-таки всегда восхищали эстонцы, которые как-то раньше столкнулись с реальностью, да, и начали потихонечку перестраивать свою экономику. И я совершенно уверена, что у них сейчас там и зеленых проектов больше, и электрокар у них появится, и какие-нибудь там IT-технологии, встроенные в зеленую энергетику. То есть у нас как-то все это немножко притормаживало, и это будет означать просто, ну, да, потерю доходов потенциальных. Да, причем конкретными людьми. То есть поэтому и потерю доходов. И еще один вопрос, что если мы возвращаемся к тому, что произошло в минувшем году, можно по-разному относиться к репутации ряда банков и так далее, но тем не менее это была составляющая экономики. И, скажем так, некоторая специфика Латвии, скажем так, того самого моста, которого больше нет между Россией и Европой, этого моста больше нет, и закрыта определенная отрасль экономики, которая была традиционной. Сейчас мы наблюдаем огромные проблемы с транзитом, во-первых, но государство устроило то, что оно устроило. Не такие изменения менеджмента под конец года, когда перезаключаются договора, никогда не повысит доверие к
портам, это совершенно очевидно. Скажем так, я думаю, что порты соседних стран в восторге от того, что происходит у нас. Ну да, Клайпеда даже не скрывает. Да. Вот, это еще одно, скажем так, но самое главное, что менеджмент, там ключевое, чтобы в портах были грузы. А поскольку все равно Россия заявила, что, собственно, она свернет транзит через страны Балтии едва ли не раньше, чем это планировалось, с учетом реконструкции Устилуги, то возникает вопрос, можем ли мы зарабатывать на этом. Если нет, то, скажем, если транзит слабеет, если банковский сектор тоже слабеет, если традиционные, скажем, сферы, в которых страна зарабатывала, слабеют, то возникает вопрос, а чем мы их замещаем? В принципе, подводя итоги, у нас уже буквально осталось минут 5, можно попробовать, наверное, даже составить какой-то топ-рейтинг вопросов, которые будут точно актуальны в следующем году. Ну, я для себя... не знаю, дополни меня, добавь, поспорь. Для себя выделил, наверное, первое, это, конечно, стагнация экономики, потому что мы имеем то, что мы имеем те решения, которые приняты правительством, бюджет, который не дает нам никакой надежды на то, что экономика будет развиваться за счет каких-то внутренних стимулов и ресурсов, то есть, более того, и внешних ресурсов будет меньше. То есть, пункт первый – это экономика. Пункт второй, я думаю, это все-таки будет дефицит кадров, потому что хотя сейчас правительство принимает там новую редакцию закона о найме иностранных работников, спасибо националам, там сделано все, чтобы эти послабления были минимальны, да, скорее символически. И при том, что наши работодатели совершенно не скрывают, что кризис есть, и там даже уже на 1000 евро зарплату людей не найти, то как-то этот вопрос решаться будет. К сожалению, если государство не хочет поддерживать контролируемую миграцию, она будет проходить неконтролируемо. Это, наверное, худший вариант, который может иметь и определенные социальные последствия. И третий вопрос, который для себя выделил, ну, может, потом в силу моей занятости именно в журналистике, я думаю, что все-таки будет очень актуален вопрос СМИ, общества, потому что вот анализируя то, что происходило с СМИ в уходящем году, да, это и закрытие канала ЛМТ, и, в принципе, постоянно были дискуссии о том, а может быть, нам прикрыть и русское вещание общественного телевидения, и русскоязычный портал там не очень нужен, поскольку денег нет, и мы знаем, что были и увольнения, и сокращения штатов. К сожалению, качество журналистики будет падать, а журналистика – это вот в данной ситуации это вообще очень важный посредник между обществом, политикой. Но есть плюс. Вот, например, именно в уходящем году я почитала очень много очень хороших историй. Я благотворю. Мне кажется, что журналистика, видимо, понимая, что у нее вот она в последнем вздыхании, появилось много хороших проектов о благотворительности, каких-то социальных проектах. Да? То есть у нас еще есть сильные журналисты, люди, идеи, но вот, к сожалению, они слабеют, и наверное, вот следующий год будет довольно критическим для нас. Наверное, я бы добавила еще одну вещь, что я думаю, что в следующем году мы будем наблюдать, скажем так, очень активные дальнейшие попытки централизации власти, ослабление роли самоуправления как таковых. Вопрос не только в том, что будет реализована административно-территориальная реформа, которая сократит количество самоуправлений. С этим можно согласиться. У нас много мелких самоуправлений, которые не выживают. Но укрупнив самоуправление, правительство, судя по всему, не даст им не только не даст больше власти, оно ее отнимет. То есть, скажем так, изменение процедуры в досрочных выборах в самоуправлении, вообще возможность переноса сроков, роспуски и так далее, все это говорит о том, что правительство хочет контролировать, да, самоуправление. Власть группируется в руках очень узкой группы. Да, узкой группы. Да. Более того, эта власть будет в Риге. И желательно, чтобы на местах не возникало ничего. Более того, в ситуации проблема в том, что недовольство в обществе это все равно будет, как мы обсудили. Ну, объективно, это для этого будут предпосылки, и налоги, и проблемы с экономикой, и так далее. То есть, а тот метод, который будет выбран, это давление, замалчивание и, скажем так, с учетом ослабления масс-медиа, в том числе навязывание одной точки зрения. Ну, то есть, скажем так, это, ну, это в истории было. Да, СМИ просто становятся очень зависимы от госфинансирования. Мы знаем, что по инициативе национального объединения в следующем году планируется, по-моему, 500 тысяч распределить даже между коммерческими СМИ. И все это, опять же, подается, что для укрепления основ сатворсма, патриотизма, ну, и так далее. Это говорит еще об одном. Когда государство выступает главным спонсором масс-медиа, когда государство выступает главным спонсором партии, то, собственно говоря, почему мы думаем, что, ну, если в государстве власть сосредоточена в руках очень небольшой группы людей, основной целью не будет бороться с возникновением любой конкуренции.
Да, посмотрим, поживем и видим. Ну что ж, только одно хорошее всего этого вижу. Нам будет о чем говорить в следующем году. Это несомненно. Нам будет следить. Я надеюсь, ты к нам придешь еще. Спасибо большое. Спасибо большое. Что пришла. В эфире была программа «Есть тема». Ее ведущий Александр Полищук и Вадим Полищук. В этом году это последний наш эфир. Мы прощаемся с вами, с наступающими. До свидания.